Привет-привет! Продолжая обзор посылки, скажу, что в предыдущем видео я рассматривала кислотный крем, это 5% гликолевая кислота от Reviva Labs, дезодорант Crystal, бальзамчики для губ с маслом чайного дерева и зубную пасту Jason Power Smile, а также кокосовую манну, кокосовый такой вот продукт. Так что смотрите обязательно ссылочку ниже под видео или вот здесь вот вверху. А сегодня буду рассказывать вам про биологически активные добавки данной посылки. Итак, активированный кремний жидкий от Jaro Formulas. Здесь 30 мг в тюбике. Это продукт, за которым нужно охотиться, потому что он очень часто отсутствует в наличии, особенно в таком объеме, потому что многие хотят его попробовать. Вот здесь в составе идет цинк и непосредственно данный жидкий кремний, который придает красоту волосам, коже, ногтям, также придает крепость костям, суставам и коллагену. Это веганский продукт, то есть непосредственно добавка кремния. Очень хорошие отзывы на сайте, многие говорят о том, что пропив данный кремний в течение месяца, то есть нужно утром перед завтраком в чашку с водой накапать 10 капелек и натощак выпить данный препарат. Очень хорошие отзывы, говорят, что действительно укрепляет ногти, волосы, там как-то хорошо действует на суставы и способствует выработке коллагена. В общем, попробую, пока не знаю. Буду надеяться, что мне данный продукт принесет только пользу. Также кремний играет важную роль в минерализации кости, а также в том числе при развитии новой кости. Не знаю, может вырастут новые зубы. Вот, посмотрим. И что хочу сказать, что это запатентованная формула, и данный продукт содержит стабилизированные молекулярные какие-то кластеры кремниевой кислоты. Также на сайте еще есть один продукт, который очень популярен, но он идет намного дороже. Я обязательно оставлю ссылку в инфобоксе для сравнения. Поэтому, кому интересно, обратите внимание на вот такой вот жидкий кремний. Лецитин из подсолнечника. Здесь 200 капсул по 1200 мг. Компания Now, мною любимая, и мною любимый лецитин. Начитавшись много всего интересного, а также уже давно используя лецитин как биологически активную добавку, решила еще попробовать лецитин из подсолнечника. Ранее я заказывала лецитин Салгар из соевой, а также лецитин Блюбонет гранулированный. Попробуем еще из подсолнечника. Нужно принимать 2 капсулы в день во время еды. В принципе, можно принимать длительно и так далее. В общем, лецитин, хочу быстренько рассказать, что он содержит фосфолипиды, которые очень важны для связи, клеточной связи и передачи нервных импульсов. Кроме того, лецитин
содержит незаменимые жирные кислоты. Введение лецитина в рацион поддерживает и способствует растворению жиров, и, соответственно, способствует растворению и утилизации холестерина. Данные желатиновые капсулы из подсолнечника не содержат ГМО и сою, у кого есть, к примеру, противопоказания к сое. Вот такие вот внутри громаднейшие капсулы с этим лецитином из подсолнечника. Кстати, они, в принципе, легко глотаются, потому как капсулы из сои тоже имеют такой большой размер. Отмечу, что на упаковке NAU есть размер капсулы. Вот, так что сразу на упаковке вы сможете увидеть, какой размер капсулы находится внутри. Также данный продукт очень часто отсутствует на сайте, так как только компания NAU предлагает, ну, может, не только данная компания, но почему-то я столкнулась, что именно NAU предлагает лецитин из подсолнечника. Очень полезен также для печени, так как способствует ее защите, и все наши и печень, и мозг частично состоят из клетки, как-то там состоят из лецитина. Вот. Поэтому присмотритесь, очень полезный и важный продукт для нашего питания. А для поддержания щитовидной железы заказала келп или бурую водоросль. Здесь 200 таблеток по 150 миллиграмм. NAU Foods. Это настоящая цельная пища, то есть зеленый суперфуд, который идет как заменитель, натуральный заменитель йода. Он поддерживает щитовидную железу, также является полностью растительным. И как вы знаете, что особенно в наших регионах, где очень мало солнца, нужен йод. То есть йод нужно принимать как дополнительную биологическую активную добавку. Но так как, к примеру, йодомарин – это синтетический продукт, то данный продукт – это просто пища, то есть бурая водоросль, которая насыщена очень сильно йодом, то есть это морские водоросли, которые растут в водах океана, и они являются очень отличным источником морских минералов, включая также калий, магний, кальций и железо, но и являются превосходным источником йода, который уже, как доказано, поддерживает здоровое функционирование щитовидной железы. Внутри находится, я, кстати, удивилась, что они не зеленые, что-то я решила, что это должны быть зеленые таблетки, но нет, они вот такого бело-серого цвета с немножечко зеленоватыми вкраплениями. На запах они такая ядреная водоросль, и очень слышно, что это все-таки водоросль, я думала, может, мало ли, уже перепутали. Очень хорошие отзывы на сайте, то есть это даже не биологически активная добавка, а непосредственно высушенная водоросль как заменитель пищи. Ну, очень важно то, что щитовидка отвечает за выработку гормонов, поэтому ее нужно обязательно поддерживать, особенно в осенне-зимний период. Поэтому присмотритесь к такому вот келпу от компании NAU Foods. Фолиевая кислота с витамином В12. Решила заказать данную пищевую добавку, так как фолиевая кислота очень важный элемент витаминов группы В, который, если вы знаете, часто очень назначают прямо в приказном тоне беременным, так как данный витамин отвечает за синтез ДНК и восстановление генетических повреждений, которые способствуют быстрому делению и восстановлению таких клеток, как красные кровяные тельца в нашей крови. Вот. Но так как
Это важно для всех людей, поэтому фолиевую кислоту нужно принимать не только беременным, а и всем остальным. Здесь достаточно одной таблетки, очень большое количество, 250 таблеток, хватит надолго. Также в составе есть витамин В12, который очень важен и доказан научно принимать дополнительно людям, которые не употребляют мясо, а также другие белки животного происхождения. Я стараюсь ограничивать себя в данных продуктах, поэтому мне как раз витамин В12 не помешает. А внутри находятся вот такие вот мелкие таблеточки желтого цвета. Кстати, в принципе, практически любая фолиевая кислота приблизительно такого же цвета, но таблеточки достаточно крупные по сравнению с аптечной фолиевой кислотой. И если присмотреться, то есть небольшие такие красненькие вкрапления на таблетке. Что еще хочу отметить, это вегетарианский продукт и отвечает за здоровый метаболизм нашего организма. И очередной пробник пробиотиков от California Gold Nutritions. Здесь 10 овощных капсул и 8 активных пробиотических штампов. Вот так вот выглядит упаковка. Очень удобно, потому что они герметично упакованы. Соответственно, их можно хранить не в холодильнике. Здесь 5 миллиардов лактобацилл и 3 бифидобактерии. Они содержат молочные продукты, глютен, сою, ГМО, подходит для вегетарианцев. И каждая таблеточка упакована в отдельный блистер. Вот это вся посылочка, которая мне пришла. Всем большое спасибо за просмотр, за то, что смотрите мои видео. Подписывайтесь, буду рада каждому. Также обязательно комментируйте, задавайте вопросы, советуйте. Возможно, я что-то там неправильно говорю или где-то ошибаюсь, поэтому буду рада вашим комментариям. И желаю всем счастья, здоровья, будьте здоровы еще раз. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока!